Очередная колонка редактора на репортере. Я по-прежнему Виталий Хемий. Сегодня я, как и остальные соотечественники, отдаем дань уважения и благодарности нашим паралимпийцам. Неделя заканчивается. Когда вы смотрите колонку, неделя закончилась. Сборная Украины на Паралимпиаде в Японии, в Токио, показала впечатляющий результат. Не впервой. Пока записывается этот выпуск, наша команда идет на пятом месте в общем зачете. Под 100 медалей. Золотые, серебряные, бронзовые. Наши спортсмены, люди с ограниченными физическими возможностями, не бросили жить, а показали силу воли, духа, характер, мастерство. Восхищение и благодарность. Вопросов здесь никаких нет. Подчеркну, что далеко не первые летние паралимпийские игры, на которых наша команда в топе, наша команда среди лучших. Предыдущие годы сборная Украины, там, олимпийская сборная Украины, не паралимпийская, также соответствовала статусу одной из сильнейших сборных, но вы знаете, что последние несколько олимпиад Украина плетется в конце. На последней олимпиаде вообще одна золотая, да, там порядка 20-19 медалей, но в целом есть тенденции говорить о том, что в целом с олимпийскими видами спорта есть проблемы. Мы об этом, кстати, говорили. Но сегодня не об этом. Сегодня, как я уже говорил, мы чествуем и благодарим наших паралимпийцев в который раз. Вот на что я обратил внимание в связи с этим. Министр спорта Украины Вадим Гуцайт, точно так же, как и мы, журналисты, восхищается этими людьми и считает, что их нужно благодарить на таком же уровне, благодарить финансово, как и наших олимпийцев. Я напомню, что за золотую медаль Украина платила порядка 125 тысяч долларов, за серебряную медаль 80 тысяч, 55 тысяч за бронзовую медаль. И, насколько я знаю, олимпийские оплаты, олимпийские благодарности, заслуженные благодарности, они поступают оперативно. Их не надо ходить, выбивать, выпрашивать как-то дополнительные премии, там, квартиры, машины, надбавки к пособиям. Здесь все максимально оперативно, честно. Я полностью согласен с министром, что наши паралимпийцы, которые, давайте откровенно, обделены вниманием, заслуживают такого же материального вознаграждения и поощрения. Тот факт, что обделены вниманием, это, наверное, где-то в менталитете или психологии. Ну, к сожалению, не смотрим мы ни плавание, ни специфические виды спорта, ни фехтование с участием наших паралимпийцев. Не можем в себе это воспитать, понять, что, ну, хотя бы посмотреть, поболеть за своих. Это, как говорится, ну, может быть, наша вина или беда. Но снова, акцент не на этом. Таким образом, при грубом подсчете, порядка 10 миллионов долларов минимум нужно будет выплатить. Это обязательно, это правильная и справедливая выплата нашим паралимпийцам. И вот что подумал, Украина уникальная страна. На каждых паралимпийских играх спортсмены добиваются потрясающих результатов. А в каких условиях люди с ограниченными возможностями, спортсмены, не спортсмены, живут? Вы посмотрите, что происходит вокруг. Насколько наши города, Одесса, Киев, Харьков, даже Львов, города поменьше, приспособлены для людей с инвалидностью, для людей с ограниченными возможностями. У нас есть деньги, и это здорово отблагодарить наших паралимпийцев. А почему у нас нет денег и нет возможности сделать быт этих людей, и не только этих людей, более нормальным, более цивилизованным? Я бы предложил, конечно, меня никто не послушает, нашему министру вот ту сумму, которую своим трудом, медалями, победами заработали наши паралимпийцы, ту же сумму, ну, может быть, побольше, конечно, но это минимум обязательный, заложить в бюджете на следующий год именно на нужды наших людей с ограниченными возможностями. Посмотрите, вот недавно была новость, за деньги так называемого общественного бюджета в районе нашего ЖД вокзала был установлен подъемник для людей, колясочников. Сколько проработал подъемник? Подъемник не работает. Ему нет ни до кого дела. И это единственный подъемник. Подъемники с таким трудом устанавливают в переходах, да, в подземных, чтобы они потом не работали. Чтобы люди, которые передвигаются на коляске, вообще не выезжали, да? А второй вопрос, почему они не выезжают даже из своих домов?
Посмотрите на наш общественный транспорт. Какое количество у нас автобусов? Я не говорю там про трамваи, троллейбусы с троллейбусами. Худо-бедно вопрос решен. Но посмотрите на автобусы. Есть среди них низкопольная техника. Вы обращали на нее внимание? Мы видим микроавтобусы эти несчастные, убитые, со значком, да, транспорт для людей с инвалидностью. Туда кто-то пробовал вообще заехать? А люди знают расписание этого транспорта? А наши хваленые трамваи, где низкопольным является только один отсек, там, из трех или из четырех, это тоже в кавычках стимулирует, чтобы люди, да, у которых есть проблемы передвижения, вообще никуда не выходили. А пандусы? Ну, это же вообще песня, очень грустная песня. В социальных учреждениях, там где-то в аптеках, в больницах, их просто делают, ну, наперекосяк. Туда невозможно ни заехать, ни выехать оттуда. Да, есть у нас некоторые образовательные учреждения, есть у нас и положительные примеры, но для крупнейшей страны в Европе, для страны, которую в том числе паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями прославляют, вот в целом, да, ситуация такая. Я еще вспомнил, пока вот сейчас общаюсь вот с вами, да, так заочно, наша так называемая тактильная плитка. Компании, приближенные к городской власти, рассказывают, что мы сделали один переход, второй переход, третий. А вы обращали внимание вот на одесскую тактильную плитку, расположенную у перекрестков и светофоров? Куда она ведет? Я вам скажу, куда она ведет. Как только выпадает небольшой дождь, наши тротуары и проезжие части так сконструированы, что тактильная плитка приводит прямо в лужу, в такую огромную, глубокую лужу. Что это, как не привок вообще в лицо? Ну и светофоры для людей слабовидящих тоже отдельная ситуация. Даже когда они возникают в Одессе, они считаются таким событием. Очень быстро выходят из строя, конечно, делаются. Качество работы оставляет желать лучшего. Одесса, как и Украина в целом, не приспособлена для нормального существования, для нормальной жизни этих людей. Мы их благодарим раз в 4 года, восхищаемся, вот посмотрите, не бросили жить, как я уже говорил, начали заниматься спортом и вот достигают таких результатов. Так почему эти победы не являются стимулом для руководства страны, различных министерств, обладминистрации, мэрии, чтобы создавать для этих людей, которые не пошли заниматься спортом, но они также хотят пытаться жить, нормальные условия? Пока это еще вопрос риторический. Как долго он будет оставаться, я вам не скажу. Но вы на досуге подумайте об этом. Это была колонка редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий. Смотрите «Репортер».